художественный фильм «Улан-Удэ. Я люблю тебя». Новелла «Калибри», режиссер Асалан Циринджапов. Медиагруппа Archie Films. И поехали! Киношная традиция – перед съемкой каждого нового фильма разбивать тарелку, чтобы съемки прошли удачно. Местным кинематографистам понадобится как минимум 6. По задумке режиссера, фильм «Улан-Удэ. Я люблю тебя» будет состоять из 6 короткометражных киноновелл. И идея пришла вот после съезда, где 6 режиссеров высказали свои идеи, о чем бы они хотели выразить свою мысль. И вот мы эту мысль связали с городом Улан-Удэ. Мы имеем дело с огромным количеством информации, которую нужно подать в течение 15 минут. И, соответственно, режиссер, оператор, вся команда работает над тем, чтобы убрать все лишнее, оставить самое главное, и чтобы не потерялся смысл и, соответственно, еще темп самого фильма. Сейчас половина материала почти отснята, темы каждой из картин актуальны в любое время. Одна из них про религию в современной интерпретации. Вообще наш фильм получается о традициях, о предках, о семейных ценностях. И вот это главная героиня, ее зовут Валерия. И у нее достаточно интересная и сложная роль в этом фильме. Вот и все. Остальное смотрите в кинотеатре, приходите. Еще один эпизод посвящен правоохранительной деятельности. Ради эксперимента режиссер решил снять короткометраж в стиле нуар. Я думаю, что данная новелла позволит снять какие-то определенные оковы в творческом плане, чтобы позволить нам шире смотреть на развитие индустрии. Что у нас в Бурятии не только можно снимать, грубо говоря, криминал, комедию, мы можем снимать все, что угодно, все, что захотим. И о религии, мы можем снимать боевики, все, что угодно. И самое главное, не бояться этого. В одной из киноновелл, которая войдет в фильм, делаются ставки на детей, как на главных героев. Эти дети все прошли обучение в Байкальской школе кино города Улан-Удэ. Школа кино стартовала в апреле этого года на базе домов культуры. За это время дети научились актерскому мастерству, в некотором плане даже режиссуре. Педагогами школы стали профессионалы нашего города, такие как Софья Гущина, Евгения Герасимова, Людмила Кузнецова и другие. Фильм снимается союзом кинематографистов Бурятии при поддержке администрации города. Все 6 эпизодов соберут в один фильм ко дню рождения столицы 8 сентября. Юлия Пермякова, Бато Гармын, Новости дня.